то всем доброго дня, боевого настроения. Какие у вас планы на пятницу, которая для меня уже давно не пятница, а развратница? Пишите по последним постам, что делаете. Вот, а я напоминаю вам всем, что завтра стартует наконец-таки первый эфир юбилейного выпуска ледникового периода в 17:20. Я жду вас всех, страны СНГ, Россия, все регионы. Жду вас всех завтра в 17:20 у экранов телевизоров и надеюсь на вашу поддержку. Многие меня спрашивают, как поддержать нашу пару, как голосовать прямо сейчас после этой сторис. Я поставлю 4 сторис с разным вариантом, как можно проголосовать за нашу пару. Но самое главное, что голосовать можно только в момент эфира. То есть не сегодня, не воскресенье, а вот в 17:20 начинается шоу «Ледниковый период». И вот в момент эфира можно голосовать, выберите для себя самый... Девочки, на раз, два, три, начали. Раз, два, три, начали. И приседаем, ножку тянем. Приседаем, ножку тянем. Приседаем, ножку тянем. А теперь шпагат. Такая хорошая погода. Пойдем гулять. Пошли, я тебе говорю, тут парк есть. Парк есть, где? Вот за этим зданием. Через него вот так пройдем. И пойдем гулять. В Останкино. Выступление и до вот хотелось бы, до финала. До финала, до конца. Да. Очень жаль, что вы не приезжали на первые мои тренировки. У меня такое ощущение, что мы вот приходим, для себя тут тренируемся, что-то стараемся, падаем, идем вперед, а этого никто не видит. Только вот сторис выставляем в социальные сети. Вот наконец-то уже наш зритель увидит плоды наших стараний на протяжении. Так, мы смотрим. У Максима Галкина 0 подписок в ТикТок. Получается, что я буду первая. Звучит как-то да. Так, ну что, ты готов? Да, я готов. Пишем, да. Бузова. Я Бузова. Да. Бузова. Вот. 86. Вот ты, а почему а ты... Я с Галкой. Вот, ты с Галкой. Я пока без Галки, да. Я тебе... Ты зато с Галкой. Нет, не музыка, люди. Ты люди, ты не я музыка. Я люди. Ты пока не музыка в числе. И вот добавить в ответ. Так, добавить нужно. Добавить в ответ. Надо сделать такой звук. Все. Ладно, хорошо. Я первая. Первая на первом. Я думала, это я первая на первом. А тут еще есть первая на первом. Я сейчас на коньках, да. Да, у меня новый челлендж. Все, беги. Мои хорошие, в ТикТок эксклюзивно я выложила отрывок своей новой песни, и мы с Максимом Галкиным уже станцевали под этот кусочек, поэтому переходите сюда по ссылке, снимайте свои видосы, отмечайте меня, я буду вас репостить. К лобному месту готово. Пунктуальность. Я уже... Все, пошла работа. И ТикТоки, и Инстаграмы, и Первый канал сегодня вечером Галкин Бузова. Примера песни. А как ты так умеешь? А что ты умеешь? Я не могу. Дай руку. Ну ты на каблуках, как ты сделаешь? Пистолетик. О, ты что, коленки береги, мать. Так вот, я не заставляю садиться, я не могу, мне больно. А ты делаешь пистолетик? Ну и сделал. Нет. Уже ну как он может не делать пистолетик? Это все делают. Ну вот я, смотри, села. Почти. Села? Села. А встать как? Вот только так. Вот кому я чем занимаюсь сегодня. С целыми днями еще. Все, пиши. Все, пиши. Кто целый день сегодня работал, тот заслужил небольшой микро-отдых, микро-пятница. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.